В городской поликлинике Заречного завершился капитальный ремонт на 4-м этаже. В настоящее время коридоры, комнаты для приема пациентов, процедурные и прививочные кабинеты отмывают от строительной пыли. Было сделано, конечно, очень много. Это и смена всей электропроводки, замена сантехники, замена пола, покраска стен, замена светильников. То есть у нас помещение сейчас пришли в те комфортные условия, которым будет пациентам приятно посещать, приятно ожидать, врачам будут работать, скажем так, легче, потому что кабинеты стали светлые, более комфортные. Ремонт 4-го этажа городской поликлиники начался в феврале этого года. Для врачей пришлось оборудовать временные рабочие места в свободных помещениях. Из-за этого был скорректирован и график приема пациентов. В ближайшие дни большинство терапевтов вновь ждет переезд. Уточнить информацию об изменениях времени приема специалистов и расположении кабинетов можно в регистратуре городской поликлиники или на сайте медсанчасти. Основная масса терапевтов, да, они будут принимать и в своем рабочем кабинете. Но у нас приходят новые терапевты, потому что и в первое терапевтическое отделение у нас пришло 2 терапевта уже. Во второе терапевтическое отделение выходит 4 сентября терапевт. Соответственно, у нас, скажем так, расширяется количество врачей, поэтому у нас некоторые изменения все-таки же будут. Капитальный ремонт в городской поликлинике был организован в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Федерального медико-биологического агентства. Коридоры, кабинеты врачей, процедурные и подсобные помещения приведены в порядок на 4-м и 5-м этажах здания. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».